Все у нас как бы есть, и команда это. Добрый день. Сегодняшние участники нашего турнира. Турнир по мини-футболу мы проводим в рамках Всероссийского дня физкультурника. Вчера у нас были соревнования по пляжному волейболу, было ГТО. Но сегодня у нас турнир по мини-футболу. Мы рады всех вас приветствовать, спасибо, что вы пришли. Значит, слово предоставляется главному судье сегодняшнего нашего турнира Комарову Елене Викторовне. Турнир будет проходить по двум возрастным категориям. Младшая возрастная категория играет здесь. У вас три команды. Мы сейчас проведем жеребьевку. Разыграете, кто с кем играет. Два тайма по 15 минут. Пять в поле, шестой в вратарь. На этой половине поля будут играть взрослые ребята. Тоже у вас две команды. Вот вы будете играть 4 в поле и 5 в вратарь. Два тайма также по 15 минут. Значит, правила. Ребята, мальчики, Дань, повнимательнее. Правила мини-футбольные. Подкатов не делаем. По ногам не бьем, не толкаться. А вот будем вводить ногами с линии. Понятно? Вратарю от своих в руки будем брать или не будем? Да, будем. Ну давайте будем. Давайте немножечко попроще, чтобы вы не путались, не волновались. Значит, некий этот, вратари, поняли? От своих в руки брать можно. Понятно? У старших есть вопросы какие? Нет. Нет. Значит, сейчас одевайте манишки. Вы будете синие, да, как раз ваша команда? Семен, да? Вам одну синенькую надо одеть. Вы одевайте, как ваша команда называется, Карина? Карина? Поэтому Карина. Вы одевайте красные. Каринина команда. Дим, или как вас зовут? Вадим, одевайте красные майки. Подходи, подходи. Бери майку.